Врачи рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП в Туркестанской области. С различными травмами 11 человек были доставлены в центральную больницу Кызыгурдского района. Еще четверо получили первую медпомощь и не нуждались в госпитализации. Большая часть пострадавших сейчас находится в реанимации. Напомню, на трассе столкнулись сразу 4 автомобиля, один из них загорелся. В полиции сообщили, что авария произошла из-за плохих погодных условий и гололеда. Всем больным оказана своевременная консультация специалистами областного уровня. На сегодня у нас в реанимационном отделении лежит 6 пациентов. Состояние пациентов тяжелое, но стабильное, без ухудшения.